Приветствую на моем канале. Меня зовут Инесса Пирогова. Подпишитесь на канал, чтобы готовить вместе со мной и удивлять своих близких необыкновенной вкусноты блюдами. Предлагаю самый лучший, по моему мнению, рецепт оладушек на кефире. Оладьи получаются пышными, очень нежными и мягкими. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому кефир я подогрела в микроволновке, яйца заранее достала из холодильника. В глубокую миску разобьем яйцо. Добавим 3 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, хорошо перемешаем. Добавим сюда кефир. Понемногу вводим муку, просеивая ее через сито. Добавляем пол чайной ложки соды, хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться очень густое. Если тесто будет недостаточно густым, оладьи не получатся пышными. В сковородку наливаем масло и нагреваем ее. Огонь умеренный. Выкладываем тесто ложкой. Когда оладушки подрумянятся с одной стороны, осторожно переворачиваем их на другую сторону. Можно накрыть сковородку крышкой, чтобы оладьи хорошо пропеклись внутри. Ароматные, воздушные оладушки готовы! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока!